Моральный вред от дорожно-транспортных происшествий определен законом как ощущение физических и нравственных страданий, полученных в результате ДТП. Также может заключаться в переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы и так далее. Пострадавший или его родственники, а также доверенное лицо вправе потребовать возмещения нравственного ущерба, возникшего в результате инцидента. По общему правилу с требованием возмещения морального вреда при дорожно-транспортном происшествии, истец вправе обратиться в суд по месту жительства ответчика. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца или по месту причинения вреда. Исковые заявления и документы к нему возможно подать в суд на бумажном носителе или при наличии в суде технической возможности в электронном виде в установленном порядке. В случае удовлетворения судом ваших требований, вы вправе после вступления решения суда в законную силу получить исполнительный лист, который также по вашему ходатайству направляется для исполнения непосредственно судом. Сумма возмещения морального вреда выплачивается на основании судебного решения и не облагается НДФЛ.